Это финал регионального этапа студенческой весны всероссийской. Значит, отобранные ребята со всех омских вузов, то есть самые-самые лучшие, самые интересные. Сейчас на гала-концерте как раз будут представлять свои номера. Гала-концерт — это вот такой вот большой региональный праздник, куда приходят посмотреть, послушать, что ребята будут там, с чем выступать, вот, и затем уже вот отправиться на всероссийские этапы. Когда ты приходишь, ты видишь очень много разных действительно людей, настолько творческих, настолько интересных. Каждый прочувствует свой номер по-разному, каждый подает его по-разному. И ты смотришь некоторые номера с таким замиранием сердца и думаешь, мне надо выходить после него сейчас. Что показать, как показать? А по концовке вот. Это очень приятно, очень приятно. Приехать в свой университет, дать это место, увидеть улыбки тех людей, которые за тебя переживали. За все годы, наверное, это самое удачное наше выступление, так как мы там были третьи, вторые места занимали. В этом году мы много первых мест взяли, плюс еще видео отличились. И девочки вот мои сзади стоят, они все счастливы и рады. И я рада, что у нас все получилось. Приятно. Приелось, конечно, уже немного, но надо другим давать уже дорогу. Так что все, больше не буду. Больше не будешь участвовать? Ну, больше не буду гран-при, наверное, занимать. С хорошим настроем поеду, хочу выиграть, взять первое место. Также там гран-при я не думаю, что потяну там. Но первое место, думаю, смогу. Тем более, что там тоже, так же, как и у нас, маленькая конкуренция в уличных стилях. Поэтому хорошая ниша, ее можно занять.